Добрый день, друзья! С вами канал «Куры в мегаполисе». Меня зовут Эдуард. Моим пушкинским цыплятам завтра исполнится 3 недели. Напомню, что более 2 недель назад мы с вами рассуждали, вернее, я высказывал свое мнение о пушкинских курах и говорил, что эта порода не аутосексная. Никаких отличий в суточном возрасте у цыплят я не видел, кроме одного, что у кого-то есть пятнышко на голове, а у кого-то нет. Ну вот, в общем-то, и все отличие. Ну и мы с вами их рассадили. Получилось у нас половина с пятном на голове было цыплят, половина без. Вот эти цыплята были с пятнышком на голове. Здесь их 30 штук сейчас находится. Ну и могу сказать, что вот из этого количества цыплят получается 20 курочек и 10 петушков. Ну, курочек видно, вот они совсем без гребней, а у мальчишек, ну, уже, как вы видите, и сережки проявляются, и гребешки. Вот, ну, стали трусами, маленькие были более общительные. А вот в этом брудере сидят цыплята, у которых не было пятна на голове. И, ну, можно подумать, что здесь одни петушки, да, все достаточно светлые. Вот, но на самом деле здесь 18 курочек и 13 петушков. И достаточно светлые курочки здесь есть. Но кто смотрел мой канал, смотрит, вернее, мой канал и видел подрощенных цыплят из генофонда, может вспомнить. А кто не вспомнит, я напомню, что тогда я вообще думал, что у меня 2 курочки. Пестренькие были только 2 курочки. Остальные, ну, абсолютно белыми росли. Вот. Да я сейчас вам покажу в итоге, кто из генофондовских цыплят вырос, получился. Ну, в общем, как вы понимаете, не вижу я никаких отличий, что с пятном, что без пятна. И там практически равное количество петушков и курочек. То есть вот это пятно на голове нам вообще ни о чем не говорит. Друзья, ну а кто-то скажет, а по росту маховых перьев на крыльях можно определить, кто мальчик, кто девочка? Тоже определить невозможно. Я когда только начинал пушкинских выводить, это было, ну, уже лет 6 назад, по-моему, да, вот, смотрел на рост перьев на крыльях в младенчестве у них, и тогда обрадовался, думаю, вот, у меня всего 4 петушка. Это я уже вот в предыдущем ролике говорил, озвучивал, да, ну а в итоге получилось 50 на 50. Ну а сейчас я могу сказать, что вот в этом выводе у меня курочек получилось 63%. Ну, в общем, практически как обычно, 65%, до 75% бывает курочек. Вот, в моем хозяйстве. Ну, вот в этот раз, если быть точным, 63,33% вот сейчас курочек. Ну, а вот какие курочки получились из тех... Ой, напылили. Из тех генофондовских цыплят. Ну, есть вот, видите, белые. Белые здесь, я могу сказать, треть белых кур. Вот, они у меня вообще будут сидеть отдельно, я буду с ними экспериментировать. Есть для них подходящий петушок темненький. Вот, ну вот, смотрите, видите, светлое, да? Вот это тоже светлое. Вот, вообще, 25 июня будет месяц, как занеслись мои пушкинские молодки. И я сниму ролик, и мы с вами расставим все точки над ее, так сказать. И все о пушкинских курах, что я сам знаю, я вам расскажу, чтобы уже в одном ролике, я думаю, осветить все нюансы пушкинской породы кур, чтобы не было уже у людей никаких вопросов. А то вот возникают вопросы и на тему аутосексности, да, какое яйцо должно быть. Белые или кремовые, какие должны быть гребешки,
какой окрас, когда они заносятся, если питерская линия и московская линия, что это такое. Вот, я вам все расскажу. И тему с пушкинскими мы с вами закроем. Всем удачи, друзья, всем всего хорошего. Подписывайтесь на канал «Куры в мегаполисе» и оставайтесь с нами.